Смелости у этих ребят не занимать. Арджун и Киран прошли пешком 10 стран. Больше года назад они покинули родную Великобританию и отправились в длительное пешее путешествие. По казахстанским городам они шагают уже 5 месяцев. Мы побывали в Украине, в России. Казахстан очень большая страна. Здесь очень жарко. Молодые люди намерены дойти до Австралии к концу следующего года. Долгое и трудное путешествие, как оказалось, не безумная прихоть парней, а обдуманный серьезный шаг. Ребята из Великобритании намерены привлечь внимание общественности к проблеме охраны окружающей среды. По их словам, чистой питьевой воды в мире становится все меньше. На своем веб-сайте они регулярно выкладывают видео и фото с путешествия. За полтора года ходьбы по миру они изрядно похудели и устали, но не потеряли веру в достижение своей цели. Нам по дороге часто помогают, люди приглашают к себе домой поужинать. Бывало, даже в ресторан приглашали. Много хороших людей и в Казахстане, очень гостеприимные. Некоторые предлагают подвезти на машине, но мы отказываемся, потому что наша цель – дойти до Австралии пешком. В арсенале пеших путешественников сменная одежда, еда, спальные мешки, палатки и солнечные батареи, чтобы заряжать мобильники. Арджун и Киран поддерживают связь с родственниками и друзьями. Они очень переживают за них. Из Шымкента смелые туристы отправились в Тараз, а оттуда пойдут в Бишкек. Впереди у ребят еще десятки стран.